Ваня, с победой! Сегодня ты автор победного гола. Поделись своими эмоциями. Много эмоций таких радостных. Игра не задавалась. Вот. Получилось забить. Выиграли. Начинали не очень. Пропускали голы. Приходилось догонять. Но собрались с характером и выиграли. 14 шайб за 2 матча. Как думаешь, порадовали болельщиков обилием голов? Ну, думаю, да. Порадовали. Такого вроде у нас еще пока не было. Новые рекорды. Да, набираем форму еще больше и лучше становимся. В третьем периоде ушли от счета 2-4 за 18 секунд. Как удалось так переломить игру в очень быстрый промежуток времени? Ну, тренера видели, кто готов, кто может забить в нужный момент. Вот. В этом их есть заслуга и наша. Вот. Пацаны-молодчики все бились. Сегодня заключительный матч 2021 года. Давай передадим напутствующие слова нашим болельщикам. Все-таки матчи домашние у нас только через месяц. Да, болельщики, без вас, может быть, мы не выиграли. Вы нам очень помогаете. Вот, ждем вас в следующем году на наши игры. Приглашаем вас. Спасибо. Еще раз с победой. Спасибо.